Добро пожаловать в подмосковный поселок совхоза имени Ленина, в наш уникальный детский парк «Лукоморье». Этот парк очень популярный среди москвичей и жителей Подмосковья, и даже среди жителей других регионов России. Он тематический, по мотивам русских народных сказок, сказок Носова, сказок Пушкина и других сказок. Эти сказки мы можем сейчас передать своим детям. Этот парк, он предназначен не только для развития умственных там, способностей, но и для физической активности. Здесь очень много веревочных парков, здесь горки, батуты, здесь есть карусель, замок. При этом парк очень удобный и комфортный. Здесь есть и кафе, и много лавочек. Мы с удовольствием ходим в этот парк. Этот парк, он открыт для всех. И он бесплатен за счет того, что его поддерживает, он создан благодаря его поддерживает наше градообразующее предприятие «Совхоз имени Ленина». Каждый год здесь все проверяется, ремонтируется, все подкрашивается. И плюс здесь не остается все в том же виде. Каждый год добавляются какие-то новые интересные вещи. Мои друзья, когда приезжают к нам в гости, они очень любят посещать этот парк. И моя мечта как мам, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность в доступности прийти в такой замечательный уникальный парк.